Все такие малыши. Один я такой громадина. Итак, всем привет, с вами Никита. Сегодня мы поиграем в игру War of Tanks Blitz. Привет всем танкистам, любителей танков и обязательно, кто любит все военное, обязательно переходите по ссылочкам в описании, если я их, конечно же, оставлю. Ладно, я их оставлю. На радость вам. Там будут, как его, будут всякие игры по войну. War of Tanks, One Thunder, World of Warships и так далее. Даже Crossout, если кто хочет. Но Crossout не относится к той фирме, которая производит военные игры, но все-таки. Итак, сегодня мы поиграем, опять же, в ту самую игру, которая любительница всем всех побить. Короче, мне тогда под прошлым видео написали в комментариях, мой друг написал мне, и мой подписчик, он написал, типа, слышь, хорошая игра, снимай ее еще, и типа, поставь все настройки на минимум, на низкое, то есть, он имел в виду. Вот, я решил, почему бы и нет. И тут я бы давно хотел ему сказать то, что у меня и так стоят настройки на самую низкую. Поэтому я не знаю, насколько еще ниже надо ставить, чтобы у меня хорошо работало. Но я решил все так оставить, потому что и так все неплохо работает. Меня вроде так все устраивает. Поэтому играю пока без проблем. Пока все нормально, не жалуюсь пока. Пока. А потом, если что не так будет, буду жаловаться. Так. Я очень хорошо играю в такие игры, как War of Tanks, One Thunder и так далее. Если кто хочет, могу скачать One Thunder. Очень мечтаю полетать на самолетиках. Давай. Грузись. Бац. Ему можно вот сюда, в мушку. Вот. Это самое, вот корень. Видишь, оно как много. Можно еще смотреть сзади. Вот сюда вот. У меня сейчас будет два выстрела. Бац. И бац. Я уничтожил его. Ты чё? И спрятался. Ты серьезно? Ты думаешь, ты настоящий нормальный воин? Да я тебя вон вижу. Я вообще сейчас не попал. Я вообще хорошо играю. Во все почти игры. Погоди. Погоди. Я молодец. Почему? Потому что я молодец. Да, давай. Ой-ой, это плохо. Е-е-е, я его убил. Я молодец. Осталось двое. Смотри. Покажу несколько лайфхаков. Ну ты куда? Ладно, вот это мой. Я попал, нет? Вроде я попал. Да ты серьезно, что ты туда отъехал? Ну ладно, ближе ко мне, спасибо. Давай. Давай, едь. У меня будет возможность перезарядиться. Давай. Родимый. Ай-яй-яй, больно. Тут все сдохли уже почти, можно считать. Ну я пробил, я молодец. Что? Не знаю. Ай, я сдохну точно, да? Но если я не. Если я успею убежать. Но. Да, вот. Вот этот вот фокус я знаю. Типа, когда ты не успеваешь поворачивать камеру, и тебя тут же убивают. Ну да. Я уже понял.
Но мы и так много уничтожили, по-моему, 3-4, не знаю. Спасибо Данилу, да, его зовут, моему другу, кто написал комментарий. Вообще очень классно было. Спасибо за комментарий, добрый. Думаю, он останется, и я его оставлю, чтобы помнить это все. Пишите комментарий побольше, мне хотя бы будет что делать. Что? Пишите комментарии, мне хотя бы будет что делать перед этими, перед выходными. Посмотрю, почитаю, будет мне что сделать. А потом уже на выходных выйдут новые видео. Блин, мы сейчас сдохнем. Наверное, награду большую дадут, это хорошо. Угу, иди. Так. Ну, нормально, нормально. Если б я хорошенько спрятался, минус один был бы. Уничтожено 3. Угу. Итого кредитов столько. Бу-бу-бу, бу-бу-бу и так далее. Урон 405. Я молодец. Вау, еще получено. Классика. Ладно, поехали опять. Еще несколько раз. Ну или вот час раз и все. Итак, бой начался. Опять все маленькие, я большой. Ладно, смотрите. Сейчас вам еще покажу. Мы опять на той же самой карте. Боже мой, как это меня бесит. Видите, чуть-чуть размытость. Это ничего страшного. Не надо паники, не надо, ой, ты вот такой вот ютубер-неудачник. Это пока, потом я вам все покажу. Вот, смотри, вот сейчас танк будет, смотри. Вот, я же говорил. И теперь первый заход не попал. Вау. А то, что я попал, нет? Ничего про это не написано. А чё вы там все появились, я не понял. Погоди. Если... Если мне, например, кого-то не видно, значит и тому тоже меня не видно. Значит, можно так от некоторых избавиться, а того, кого я вижу послабее, уничтожить. Ха. В смысле, как ты так? Да вы ошибуели. Блин. Спасибо. Уже понял. Ну ладно, ребят, давайте уже продолжим в следующем видео, потому что я уже устал. Мне надо заниматься другими делами. И спасибо за все вам. Пишите обязательно в комментариях, пишите, не оставляйте меня одного. Просто пишите там что-то интересное, или пожелание какое-то, или что-то там на удачу, типа, например, или что-то еще. Пишите, спрашивайте там, когда стримы будут, когда то, я подумаю, решу, может быть, что-то сделаю для вас. И завтра выйдет новый ролик, хороший, там, по Warface или по War of Tanks. Многие меня, наверное, будут просить об этом, но уже один человек просит, он играет в эту игру, и неплохо. Кстати, посоветую вам канал, который вот на прошлом видео у меня был первый комментарий, вот его канал, зайдите на него, вообще топчик. А теперь все, наверное, на этом надо закончить, и всем хотел я сказать спасибо, правда, вот, люди, вы нормальные. Поэтому всем спасибо за просмотр, играйте в танки и во все военные игры чаще, но не забывайте про домашние дела и обязанности. И никогда не проигрывайте. Удачи!